Привет. Ну, привет. Можно задать тебе пару вопросов от... Блядь, ну я... Привет, я звездный клоун Багги, и передо мной косплеер. Здрасте. Привет. Что за косплей? Шай из Лиги Легенд. Давай сам. Я не могу. Я тоже не могу. Чаешь от людей, мне нравится... Можно сфоткаться? Прям вовремя. Тут серьезный интервью просто. Да. Очень быстрый интервью. Блин. Так, а что делаем-то? Да, ну говори. Давай, может, сейчас это, как, стоп-кадр и заново начнем. Ты специально прибежал, чтобы взять у вас интервью, самый быстрый интервью. Как вас зовут? Расскажите вообще про себя, про свой персонаж. Мой ник – это Ворона в короне, и я сегодня в образе Шаи из Лиги Легенд. Это очень замечательный образ. Сколько у вас ушло времени на создание этого косплея? Порядка года. Вот, и как ваши впечатления, вот, в принципе, от момент создания образа, когда уже конечно, и вот сам процесс? Те эмоции, которые вы испытывали? Когда создаешь образ, скорее предвкушение. Каждую детальку собираешь по частям, надеваешь это, примеряешь и представляешь, что будет в итоге. Это вот, ну, это некий даже мандраж. И где вот вы находите мотивацию для вот создания таких образов? Вы же для себя делаете в основном-то? Да, да. Вот, ну, и как находите мотивацию? Вот, ну, для людей, которые говорят, вот, ну, я хочу, но у меня не получается. Вот. Как вы лично находите для себя мотивацию? Для меня этот персонаж стал крайне близким по духу. Когда он вышел, а я очень долго до этого хотела сделать какой-либо костюм по Лиге Легенд, и когда появилась она, это было просто сразу понятно и очевидно то, что я возьму за ее создание, несмотря на все трудности и финансовые затраты. А вы фанат этой игры? Да, я играю порядка 7 лет в нее. О, серьезный срок. Вот, а расскажите про этот фестиваль, как вам он, чем запомнился, чем запоминается? Мне запомнилась атмосфера в гримерках, где товарищи по ремеслу друг другу помогают, и они очень просторные. Организация на высоте, по крайней мере, мне так показалось. Также очень дружелюбная публика, которая поддерживает выступающего человека. И это, я говорю вам, как участник. Это самое главное, как сказать, возможность и пространство, и поддержка. Без этого, мне кажется, любое дело невозможно. Ну и в целом, а какие еще мероприятия, фестивали или, может быть, какого-то другого рода там формат мероприятий планируют посетить? И, ну, появиться в этом возрасте, чтобы люди, которые вас сейчас слушают, могли вас увидеть? Дальнейший, самый ближайший фестиваль – это тот фест 22-23 июня, который будет в киногороде, это Подмосковье. Там я буду второй день в образе Шаи как раз. Здорово, очень классно. Ну и в целом, что хотите пожелать, может быть, улучшить этого фестиваля, там, свои какие-то мысли? Ну, для фестиваля я могу пожелать только дальнейшего развития, еще большего количества посетителей и замечательных костюмов. Все, очень рад. Вот.